Украины. Проехал где-то 650-700 километров. Были в Приднестровье в том году. Возлагали погибшим ребятам транспортере. 18 лет, которым было. Обалденная организация. Это, конечно, блин, уровень нормальный. Нормальный. Есть такие слеты, на которые вот сколько уже покатался, лет 5. Неохота ездить. Я не жалею, конечно, что приехал. Приехала сюда, это 750 километров, получается, в один конец. Приехала к друзьям. Вот, чтобы было понятно, повеселиться. Очень понравилось. На самом деле, для первого раза очень много людей. Я была на нескольких слетах до этого. Была на Тарасовой горе, была у волков на слете, который в Севастополе проводится. Очень супер. Очень сегодня сюрпризов. Спасибо гостеприимной Молдове. Очень обожаю эту страну. Приехала с друзьями, нас много. Я думаю, что я выражу, очень многие организации проходят на высшем уровне. Это очень душевно. Это очень классно, это очень объединяет всех людей, кто на колесах, кто не на колесах. Мы сейчас и наблюдаем, очень ляжет на душу всем жителям нашего города, республики и приехавшим к нам. 50 километров, дорога была, конечно, не очень, вы, наверное, знаете, какие у вас дороги, плюс помещал дождь немножко. А вообще, если только начался, все впереди. Покатушек. Николаева. Это расстояние до Кишинева, как говорится, от нас небольшое, всего лишь 320 километров. Но в любом случае, в данных ситуациях расстояние не играет роли. Было бы 3200, все равно бы приехали. Вот. Приехал, как говорится, на это мероприятие, повидать друзей, вот. Повстречаться, как показать себя. Вот. В таких подобных принимаем участие постоянно. Практически и Европа, и Россия, и Украина, ездим очень много. Вот. Везде... Всегда получается так. Приезжаешь к друзьям, раз у друзей, всегда семья, всегда душевно. А что я могу сказать? Просто очень и очень. О том, что оно, потому что в Кишиневе, в Молдове, мероприятие проходит постоянно. Байкерский слет, он каждый год, два раза в год. Вот. Но такого масштаба, тем более еще под патронатом, как говорится, правительства, это просто очень просто прекрасно. Președintele automotoclubului Fire Angels, coorganizatoarea. Alexandru Timcargin, coorganizatorul acestui eveniment. Domnul Vasile Midoni, care îl mai știm ca Nanu, el reprezintă clubul MMC și este coorganizatorul acestui eveniment. Domnul Oleg Reabușev, ded, reprezintă motoclubul Eagles. Sergei Midoni, pe care îl mai știm ca Bidon, coorganizatorul și reprezentantul MMC Club, și domnul Said, care mai este Igor Popov, tot din MMC. Și fără prietenii noștri acest eveniment, în primul rând vrem să-i mulțumim Molcel, pentru că ei sunt primii care au venit cu încrederea în noi și ne-au ajutat. Domnul Fuad Musai și doamna Aurelia Hâncu, care este astăzi gospodin de case, care ne-a invitat aici și pe dumneavoastră și pe noi, îi mulțumim și ei. Direct. Director Centrului Republican a Copiilor și a Tineretul Artico. Și acum vă... Artico, mă iertați. Și acum vă va lua domnul Oleg Reabușev, care vă va povesti
despre Asociația Bikerilor. Добрый день. Сегодня у нас очень интересный день изначально. И хотелось бы рассказать следующее, немножко уйти в историю нашего байкерского движения, для того, чтобы было понятно вообще, для чего мы сегодня здесь. История байкерского движения имеет, молдавского байкерского движения имеет десятилетия. Он достаточно и много, и в то же самое время мало, если сравнивать это с другими, скажем, движениями в других странах. Тем не менее, у нас имеется огромное количество мероприятий, которые проводились ранее. И они проводились отдельными байкерами. И им за это огромная честь и хвала. На сегодняшний день создалась ситуация, когда байкеры другие... Значит, созрела ситуация, при которой нам, представителям, скажем, большинства клубов байкерских, пришла не то чтобы идея, а все-таки пришло время, когда было просто нет. Для того, чтобы создать мероприятие, на которое мы, в общем-то, вот, собрали свои всеобщие силы и... средства, опять же, что не очень маловажно, для того, чтобы показать, насколько мы зрелые, насколько мы, скажем, сильны в своим духом прежде всего, и уже как следствие тем, что мы хотим выразить нашим движением. Далее, конечно, хотелось бы отдельно и особенно указать на более активных ребят, парней. Это, прежде всего, Василий Нанов. Прежде всего, один из самых уважаемых людей в нашем движении. Также Бидон Сергей. Вот. Оксана у нас самая очаровательная девушка в нашем движении. Ей особый поклон. Вот. Откуда у нее только силы, тем более время. Она и бизнесмен, она и мать, она же активный участник нашего движения. Олег, большое спасибо. Спасибо вам. Если у вас будут вопросы к Олегу, вы сможете их задать на сессии вопрос-ответ. Представляем вам Александра Хынку, он же Арджинт. И он расскажет вам, собственно, о том мероприятии, о том зрелище, которое вы сможете наблюдать в Кишиневе и в Адулайводе на этих выходных. Депедата дизечи педоус призечи юни дом имун спризечи. В Афин турнире байкерлор, турнире интернационала байкерлор Республика Молдова. Мы приконезем... Сабины у вас один чин спредич царь, он дева чирка чинч сути шапки сути де моточек лежди. Ши татан труниря в афи лава долы воды, лабаза де удих на даче. Ан труниря сенчепи де пой мыне, виняря, де лавара доу спредичи. Сенчепи ку... Тот турнир парти он характер национал молдовенеск. Он тонним кухориком, амалидиком, пахарди він, а шаком се кувініла молдовені. Підата діун спрізячі юні симбити. Організем ін Кишинов чамай марі паради на історія Молдові. Тут барікерій,
veniți oaspeți și gazde din Moldova. În Moldova noi suntem cam vreo 350 de bikeri. Vom participa la paradă. Așteptăm ca la paradă să participe și președintele Republicii Moldova, deoarece noi de data asta suntem sub patronajul lui. Mulțumim partenerilor noștri care aici participă la conferința de presă și multor altor persoane și firme. Noi organizăm un show mare în piața Marea Dunării Naționale cu cascadori invitați din Kiev. Vor fi construite trampoline, vor fi sărituri peste mașini, peste motociclete, vor fi straight riding și multe altele. Toate acestea vor fi anunțat la ora 1 pe piața Marea Dunării Naționale. Și mai departe, colana se pornește prin la jumătate la 4, colana merge prin oraș, prin tot orașul, așa coloane noi în oraș încă n-am văzut. Și mergem înspre Vadele Vodă. Asta e pe scurt, și a treia zi, duminică, după ora 12, bikerii, noi ne luăm rămas buni, cu o zamă moldovenească bună, cu un cuvânt bun de adio și ne luăm rămas buni până la anul viitor. Ce vreau să spun despre reunire, întrunire. Această întrunire este prima. Pentru Moldova este prima și noi încă așa ceva n-am putut să organizăm până acum. Cred că întrunirea va reuși. Prima întrunire, noi așteptăm vreo 500 de oaspeți, 700. Întrunirile care sunt în jurul nostru, în Ucraina, România, Rusia, întrunirile de genul ăsta strâng în jurul de 5-6-7 mii de bikeri. Sperăm că peste un an, doi, vor fi la noi atâți oaspeți ca și la dânși. Tot depinde de noi. Dacă noi vom reuși să organizăm întrunire la un nivel înalt, frumos, toți oaspeții aceștia vor fi la noi. Și cred că noi vom reuși. Asta e pe scurt. Vă mulțumim. Спасибо Александру. Он вкратце рассказал про программу. Что вас заинтересовало, вы сможете спросить позже. И теперь слово передается Василию Медони, он же Нану. И он вам расскажет о том, как важно, что наш слет международный. Господа, добрый день. Наша пресса любимая. Особая благодарность нашим генеральным спонсорам. Мы их очень любим, уважаем. Действительно, они заслуживают этого, поверив нам, нашей энергетике, нашему задору, нашему настоятельному, так сказать, просьбам и всему остальному. Они помогают, и мы надеемся, это будет не первый год и в дальнейшие годы. Хочу в двух словах рассказать о социальной составляющей данного проекта. Уважаемые господа, ребята, байкеры, пресса, мы хотим, чтобы вы прочувствовали эту ситуацию так же, как и мы, всем сердцем. Мы хотим данное мероприятие. Почему оно у нас первое? Потому что на сегодняшний день в нашем обществе создалась определенная ситуация в нашей байкерской среде к тому, что должно произойти объединение. У нас много клубов, мы все друг друга любим, уважаем, нас любят, мы бываем везде. Мы хотим объединить все наши духовные начала для того, чтобы показать и обществу, и людям, что мы достаточно социальное сосуществование. Мы достаточно активны, мы достаточно серьезная сила, на которую можно положиться. Мы хотим, чтобы это мероприятие было первым, которое на сегодняшний день в Молдове будет и ежегодным в дальнейшем, которое на сегодняшний день в Молдове будет объединять и молодежь,
и людей и так далее. Мы хотим показать всю красоту и культуру данного мероприятия и данного сообщества, потому что нам действительно есть чем гордиться. Мы хотим также привлечь гостей и показать красоту нашей страны. Байкеры всех стран являются неполитичными объединениями. Мы вне политики, но мы социальное общество этой страны. Поэтому мы хотим ратовать за патриотизм, мы хотим ратовать за объединение, мы хотим ратовать за нашу родину, за Молдову, которая нам нравится и в которую мы хотим видеть, как к нам приезжают люди, гости. Нам есть что показать, она действительно красива. Мы хотим также сказать, что туризм в нашей стране достаточно серьезное мероприятие, которое в принципе нужно развивать. Но мы, в свою очередь, где-то развиваем мототуризм. Мы приглашаем гостей, кстати, которым очень нравится эта страна. Поэтому я хочу, чтобы все нас поддержали в этом плане. И поверьте, это от чистого сердца и от чистой души. Вся социальная составляющая данного аспекта, она в принципе, как и в обществе, так и вне, она зависит только от нас, от наших действий, от наших поступков и так далее. Мы хотим вам сказать, что мы хорошие, нас не надо бояться, нас надо любить так же, как мы любим всех. В двух словах о наших мероприятиях и о социальном аспекте нашего мероприятия в городе. Мы также сотрудничаем с МВД, с полицией, которая, кстати, в последнее время достаточно лояльно к нам относится. Мы хотим привлечь молодежь в клубное движение, для того, чтобы как можно меньше было трагедий, как можно меньше было ситуаций на дорогах. Мы хотим также участвовать в социальной составляющей нашего движения автомобильного, мотодвижения на дорогах, потому что развивать эту культуру надо самих себя. Ну, вот в двух словах, наверное, что я хотел сказать по поводу этой ситуации. Еще раз огромная благодарность нашим спонсорам, партнерам. Всем спасибо. Дальше представляю слово. Дальше Юлечка. Спасибо, Василина. И в завершение вот этого монолога про наш слет от организаторов последнее слово запоминается больше, и оно должно быть красивое, потому что у нас будет говорить президент самого прекрасного автомотоклуба Fire Angels Оксана Чорич. Ребят, на самом деле сегодня так вы собрались, я вижу очень много грустных лиц на самом деле, когда байкерское движение на самом деле очень веселое, вот Олежка молодец, да? Более это самое, вообще что такое байкер, да? Это тот же человек разных социальных уровней, статусов и так далее. Тот же человек, да, потому что это очень многих людей есть определенный стереотип байкера, что-нибудь такое вот неинтересное или наоборот очень бурное и так далее. На самом деле этим слетом мы можем показать вам, что это, какая культура у байкеров. На самом деле вот посмотрите на вас, да, вот сегодня у вас грустные лица, грустные глазки, на самом деле очень обаятельные лица. Почему? Вот задавали вы себе когда-нибудь вопрос, а можем ли мы отдохнуть вот так вот на славу, да, вспомнить об этом потом еще долгое время? Наверняка многие скажут из вас, что в взрослой жизни этого мы не добиваемся. Я вам скажу так, чем мне нравится байкерское движение, почему мы с ними вместе? Они умеют это делать, они умеют отдыхать, у них действительно крепкий дух, веселые ребята, молодцы. Хотелось бы также от себя добавить всем абсолютно организаторам, вы умницы, мне очень нравится работать в команде, конечно, не без криков, не без каких-либо нюансов и моментов, это всегда так у организаторов, тем более, когда их много. Все очень активны, все очень молодцы. Огромное спасибо от себя, даже скажу партнерам, всех, кто поддержал данную ситуацию, нашим органам и всем-всем абсолютно. Приходите, будет очень интересно и весело. Спасибо вам. И перед тем, как вы сможете задать свои вопросы, хочу предоставить слово хозяйке этого гостеприимного дома, госпоже Аурелии Хынку, директора Республиканского центра детей и молодежи «Артико». Артико, ceea ce înseamnă artă, tineret, copii. Bună ziua, stimați oaspeți, bună ziua cei care reprezintă mass media și de care întotdeauna ne bucurăm orice vizită a dumneavoastră. Sigur că este o sărbătoare pentru noi și o să o realizăm după această conferință de presă cu un pahar de apă. Vreau să spun două momente importante ce țin și de parteneriatul cu Artico. În primul rând, împreună cu bikerii, avem un proiect. Deja ați văzut, ați fost și dumneavoastră alături atunci când am plecat la casele de copii.
Și asta a fost din fondul personal a bikerilor. Adică noi am organizat un concert, iar ei au fost cei care au susținut material aceste proiecte. Alt moment este parteneriatul nostru la 1 iunie și l-ați văzut și dumneavoastră atunci când în parada copiilor în față sunt bikerii. Sperăm prin acest parteneriat și această interesantă, la părerea mea, inițiativa bikerilor, să avem două scopuri. Primul este interesul față de turismul care trebuie să fie dezvoltat în Moldova. Este un moment foarte interesant. Și a doua, sigur că prin turism, de a atrage atenție la cele locuri frumoase de care ați spus și dumneavoastră, care sunt în Moldova, fiindcă avem o țară extraordinară și ea trebuie să fie cunoscută. Iar prin intermediul acestei mișcări internaționale a bikerilor va fi posibilă și acest scop va fi atins. Așa că din partea Artico noi vom fi în piață cu un mic concert de susținere. Va fi o zi extraordinară, veniți numai decât, și vineri și sâmbătă și duminică, dar cel mai interesant va fi sâmbătă, așa, în Piața Mare Adunării Naționale, la ora 12, când va începe o paradă cu depunere de flori, cu acei cascadori care vor arăta niște lucruri extraordinare, așa că ne întâlnim la această frumoasă cură și Artico este alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și un cuvânt a domnului Fuad Musaev, sper corect am zis, Fuad Musaev, care este din Moldțel și care a venit să ne susțină, care primii ne-au spus da și datorită acestui da, probabil și este evenimentul. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые байкеры. Я тоже хочу выразить свою честь признательность в адрес признательности, которая прозвучала от НАНО, да? Господин Медоль. Конечно, когда мы получили предложение о том, чтобы выступить спонсором данного мероприятия, мы колебались, но недолго колебались и приняли решение с большим удовольствием, потому что мы как бы подумали, что есть общее, схожее между вами и нами. Ух ты, казалось бы, как это так? Схожее между байкерами и компанией Молдцел. Я, как дилетант в вашей сфере, смею заверить, что, наверное, есть как бы две самые важные вещи, которые вызывают у вас драйв. Поправьте меня, если ошибаюсь. Первое, наверное, это звук мотора этих дьявольских машин, которые у вас есть. И второе, наверное, более важное, это ощущение скорости, это эйфория, это чувство, которое, видимо, граничит где-то с счастьем. Когда вы ощущаете себя, ощущаете ветер, который бьет вам в лицо, и ощущаете то, что эти машины, они вам все-таки позволяют немножко выйти за грани того, что суждено человеку законами природы. То есть вы мчитесь. Если перейти, как бы сделать аналогию в нашей сфере, то первое, мы тоже очень любим скорость, мы очень любим динамику, мы очень любим энергию и драйв в нашей сфере, в нашей индустрии. Это нам очень позволяет делать то, что мы делаем. А звуком мотора для нас является голос потребителя, голос удовлетворенного потребителя, клиента, который пользуется нашими услугами. Поэтому, вот, учитывая эти два фактора, мы как бы нашли вот этот мост, который бы объединял наши чувства, наши с вами ощущения, наши с вами переживания. И поэтому с большим удовольствием мы поддержим этот проект. Я хочу, чтобы этот проект был очень успешным. Это зависит в первую очередь от вас. И я присоединюсь вот, к красивой, очаровательной даме, сказал, что будьте немножко... Вот сегодня, да, сегодня пресс-конференция, я понимаю, вы очень, как бы, очень ответственная. Это не потому, что вы грустные. И грустно не то слово, они очень ответственные, поэтому... Да, но продемонстрируйте весь ваш оптимизм, всю вашу энергию, весь ваш пыл и жар, когда непосредственно будет происходить мероприятие, для того, чтобы мы могли вместе порадоваться результатом и сказать, вау, вот это было круто. Спасибо большое, удачи. Mulțumim frumos pentru că și-au dat cuvântul aici la presconferință și acum este rândul vostru, stimați prieteni, să dați întrebări, ceea ce vă frământă mai mult și vă interesează despre evenimentul nostru. Vă rog, cine ia cuvântul? Cine e tare? Vă prezentați, da? Publica TV. Iată un moment de ficios la Vadului Vodă.
Сергей Медони. Сергей Медони сейчас расскажет больше о мероприятии «Водолы вода». «Водолы воды», пятница. Традиционная, как проходят все международные слеты, традиционная регистрация байкеров. Байкеры со всех концов приезжают на территорию, где их встречают стаканом доброго молдавского вина, регистрируют, откуда прибыл байкер, с какой клубом представляет, какую страну, какой город. После этого, находясь уже на территории, байкеру предоставляется полная свобода действий, он отдыхает, приходит в себя чувство, расселяется. Это происходит весь день, пока приезжают байкеры. Для тех, кто уже приехал пораньше, чтобы не заскучать совсем, на сцене, которую нам предоставил Молсел, будет идти развлекательная программа. Будут выступать музыканты, будут выступать рэперы, гости будут развлекаться. На территории водовод базы отдыха «Дача», кроме байкеров, будут допущены любые зрители, любые гости, которые пожелают присоединиться к нашему празднику. В субботу в 11 часов колонна стартует с водовод в Кишинев, столицу нашу, где в определенном месте состыкуется с теми байкерами, которые не приехали в пятницу, либо запоздали, либо кишиневские байкеры. Образуется торжественная колонна, и мотоколонна двинется в столицу показать себя, развлечь вас всех. На площади будет стоянка байкеров, будет концертная программа, выступление каскадеров. После этого жителям города, нашим гражданам будет предоставлена возможность пройти байкерам, фотографироваться, побеседовать с нами, посмотреть, кто мы, что мы и так далее. После этого колонна возвращается обратно в «Водолы воды». Байкеров имеет свободное время, и в вечернее время начинается концертная программа «Рок-фестиваль», в котором принимает участие не только рок-звезды нашей страны, но также приглашенные с Украины, из России и других стран. После рок-фестиваль продолжается до упаду. В воскресенье традиционная зама, где байкеры приводят чувства, прощаются по старым молдавским традициям. С ларивидери, друг был. Сажают на байки, включают автопилот. Итак, Саид, вы хотите добавить что-то? Да, хочу добавить, что все это будет происходить на турбазе «Дача» в водоводах. Туда любой житель Кишинева может добраться на 31-й маршрутке. Там будет видно, будет большая арка, будет понятно, где это происходит. Так что мы на самом деле приглашаем абсолютно всех, которым просто это интересно, которые хотят посмотреть на огромное количество байков и на шоу, и на то, как гуляют байкеры. Если потеряете, сидите на звук. Итак, то... Я вот хочу представить Сергею вот техничку. Если вопросы по молдавской кухне, которую он будет представлять, он обещал, что он нас накормит красиво по-молдавски. Вот. И думаю, что... Надеемся, что он свое обещание сдержит на уровне. Кто следующий хочет задать вопрос? Кого еще волнует наше мероприятие? Да, повтим. Вирджиния, ты трябваше да говорю. За 15 цели. Кари сут ачесте? Байкер. Я думаю, что этот вопрос ответит Василий Захарович, да? Он у нас старший по международным отношениям. Значит, пресс-служба оргкомитета слета сделала отправки порядка 2000 писем на e-mail'ы, личные сайты, телефоны и так далее, и тому подобное. Открыты группы в Одноклассниках, в Фейсбуке, по-моему, в Твиттере, в Майле. Значит, отправлены приглашения в такие страны, как Европы, как начиная от Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, а также Германии и Италии. К сожалению, ну, с Канады, с Америки вот в этом году как бы вот сложно, наверное, пригласить. Также все страны СНГ, начиная с Украины, России, Белоруссии, Казахстана, страны Прибалтики,
Латвия, Литва, Эстония. К нам едет большая делегация с Прибалтики. Едет достаточно много байкеров с Калининграда. Также едут с Урала, с Сибири. То есть те, которые очень хотят посмотреть Молдову, но, к сожалению, периодически приезжая, они не могут на некоторые мероприятия наши приезжать, потому что у них там еще лежит снег и холодно. Мы надеемся всех их увидеть в этом году. Но сразу просим, так сказать, понять нас. Это первый. Мы делаем его достаточно открыто, с душой, с сердцем. Главное, чтобы была душевность на этом мероприятии. Поэтому, конечно, люди смотрят. Мы надеемся, что с каждым годом будут все больше и больше к нам приезжать. Мы ездим практически во все страны СНГ и дальнего зарубежья. Нас с удовольствием любят, встречают. И также мы готовы видеть здесь их всех. Спасибо. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Нет, Вася, я на самом деле хотела бы добавить, что в нашей стране у нас получается 7 байкерских клубов, да, в Молдове. И я могу заметить то, что именно в нашей стране, эти все клубы дружат между собой, самые сплоченные из всех-всех стран. Что мы можем заметить? Именно мы отличаемся определенным гостеприимством, которое мы организуем нашим гостям и так далее, благодаря вам, и мы уже организованным коллективом. Что самое главное, у нас еще один из байкеров в этот день, 11 июня, организовывает свадьбу. Они будут с нами в колонне. Это будет очень красиво. Спасибо. Байкерская свадьба, да. Еще один момент, который я бы хотел указать, что у нас весь этот слет, это мероприятие некоммерческое, он проведен за деньги наших байкеров. Мы все скинулись определенные суммы, и спасибо большое спонсорам, снимаем шляпу. Вот, и большое, огромное спасибо всем тем, которые нам хоть чем-то да помогли, хоть словом, хоть советом, хоть делом, хоть подарками. Мы всем благодарим, всем говорим спасибо, мы благодарны и надеюсь, что в дальнейшем наша дружба будет только крепнуть. Спасибо. Вижу, вы не успеваете задавать вопросы, как быстро байкеры перехватывают микрофон друг от друга. Ребята, есть еще моменты, которые вас интересуют по поводу нашего слета, нашего мероприятия? Вы сегодня, видимо, не выспались, тяжелые выдались выходные, тяжелый вчерашний день. Господа из президиума, нам есть еще что добавить? Давайте, Саиду, Игорю Попову. Я хотел еще раз уточнить такой момент. Он немножко не имеет отношения к слету, но это очень важный момент байкерского движения. Все знают состояние дорог вот у нас в Молдове. И я хочу сказать, что плохие дороги – это не настолько опасно для байкеров, как просто другие участники дорожного движения. Я хотел бы обратиться ко всем автолюбителям с просьбой о взаимопонимании на дорогах. Это очень и очень важно, поскольку некоторых водителей, может быть, раздражает, что байкер едет быстрее, чем он, что водитель стоит в пробке, а при этом мотоциклист проезжает между машинами. Но я хочу, чтобы они понимали, что мы рискуем намного-намного больше. И я просто хотел обратиться ко всем автолюбителям с просьбой о взаимопонимании, потому что с нашей стороны мы относимся к вам хорошо. Вы не всегда. Итак, если больше нет вопросов, предположу просто, что вы стесняетесь задавать в такой огромной толпе, я предлагаю перейти к личному общению. Каждый из вас сейчас может подойти к любому из байкеров, к любому из организаторов, из спонсоров, партнеров
и задать ему личные вопросы, так чтобы только на вашем канале прозвучала та информация, которую вы спросите. Большое спасибо. В пресс-релизах есть информация контактная. Можете смело отправлять имейлы, если будут какие-то... Мы встречаем, дорогие друзья, нашего официального гостя, исполняющего обязанности президента Республики Молдова, господина Мариана Лупу. Громкие аплодисменты! Moldova. Pentru mine este o plăcere deosebită să fiu prezent la această acțiune a bikerilor, la care participă peste 300 de reprezentanți acestui curent din circa 10 țări. Ce înseamnă a fi biker? Este o artă, este un sport, ba mai mult, este un mod de viață. Un mod de viață sănătos. Un mod de viață care presupune prietenie și solidaritate. Este ceva foarte important, întâi și întâi de toate, pentru cei tineri. Este un mod de viață care vine să spună nu drogurilor. Este un mod de viață care vine să spună nu criminalității juvenile și criminalității per ansamblu. Eu cred că pentru Republica Moldova este o onoare deosebită că sute și sute de bikeri din zeci de țări din Europa, atât din vest cât și din est, s-au adunat astăzi aici în Republica Moldova. Să nu uităm că este o modalitate deosebită a ceea ce numesc eu diplomația populară. Și aș vrea foarte mult ca toți oaspeții noștri, toți cei care au venit din țările europene, din țările CSI, să se simtă bine aici la noi acasă. Haideți să-i susținem cu aplauzele dumneavoastră. Să le spunem bun venit la Republica Moldova. Plecând de aici, în urma acestei frumoase acțiuni, să ducă departe, departe, în toate colțurile Europei, în toate colțurile lumii, faima țării noastre, a ceea ce reprezintă Republica Moldova. Și pe această cale să promoveze imaginea țării noastre, imaginea poporului moldovenesc. Încă o dată, tuturor participanților la această acțiune, un foarte frumos bun venit! Dobro pozdravljam din Republica Moldova! Let me greet you and welcome to my country, the Republic of Moldova! Sunt oameni puternici, acești bikeri, fiindcă a fi biker nu înseamnă avea un motor puternic. Asta înseamnă avea un caracter puternic. Asta înseamnă a fi un om care promovează valorile general umane. Precum ziceam, valorile de solidaritate, de ajutor reciproc. Nemai vorbind că această artă, acest sport și acest mod de viață are și o mare, mare valoare educativă. Sunt mai mult ca sigur că aici, în Piața Marea Adunării Naționale astăzi, vom fi martori unui foarte, foarte frumos spectacol de artă. Sunt bucuros să fiu printre voi în această zi și să doresc acestei acțiuni foarte mult succes, multă omenie, multă voie bună, multă prietenie. Mult, mult succes, drumuri bune și respect din partea tuturor celor care sunt antrenați în procesul de circulație. Vă mulțumesc, dragii mei, și să lăsăm ca acest spectacol, această manifestație să înceapă!
Итак, уважаемые дамы и господа, в двух словах для наших гостей, которые приехали и которые проделали долгий путь на своих железных конях, господин Мариан Лупо отметил, что именно в направлении, в течении байкерском, очень важные пункты, на которые хотелось бы все-таки вот уделить внимание. Это, конечно же, солидарность, это помощь друг другу, это внимание к друг другу. И очень приятно, что именно сегодня нашу страну посетило большое количество представителей разных стран, и мы щедро готовы показать им и культуру нашей страны, и жизнь. В общем, добро пожаловать. Спасибо, и только что официальный международный байкерский слет был объявлен открытым, друзья! От имени Ассоциации байкеров Молдовы, от имени свободных байкеров, от имени байкеров, посетивших нашу страну, а также от жителей нашего города, от жителей нашей страны, выражаем благодарность лично господину Мариану Лупу от имени нас всех в организации данного праздника и внимательного отношения к нам. Спасибо вам большое. Спасибо большое, и я так понимаю, что у нас это еще не все дипломы, которые мы раздали. Мы хотим сразу же отметить людей, которые помогли нам организовать сегодняшний праздник, настоящий праздник, когда мы соприкасаемся уже очень близко и вплотную с культурой и образом жизни именно этих людей, которые выбрали и сели на настоящие большие байки. Итак, за удивительную помощь, которая впереди еще покажет себя и проявит в течение сегодняшних событий, мы хотим вручить отдельный памятный диплом Республиканскому центру детей и молодежи «Артико». Это отдельно для центра, уважаемая Аурелия, пожалуйста, это для центра, вам этот памятный диплом за помощь в организации, за предоставленные сегодня красивые сюрпризы. Видите, какое количество деток сегодня, эти маленькие ангелочки, заслуживают вашей поддержки, друзья, особенно взрослые дяди и тети. Похлопайте. Но это еще не все, далеко не уходите, потому что именно вам лично еще мы тоже хотим вручить диплом. Уже именной, пожалуйста. Аурелия Хрипко. Сдвигаемся назад. Приглашаю сюда представителя компании «Молцел». Насколько я знаю, Кирилл Габурич где-то здесь. Да, пожалуйста. Не один, причем. Семья «Молцел» растет. Итак, прошу вас. За компанию «Молцел», уважаемый Кирилл, получите тоже памятный диплом. Спасибо вам большое за то, что вы нас поддерживаете и поддерживаете сегодняшние события, которые являются событием международного масштаба, друзья. У нас очень много гостей из-за рубежа, которые приехали на байках. Итак, отдельно диплом мы хотим вручить администрации президентуры Республики Молдова. Тоже господину Мариану Лупу, пожалуйста, это вам. Спасибо большое за помощь и за содействие. Байкеры, скажу спасибо! Итак, есть еще один человек, который разработал именно вот этот логотип, дорогие друзья. Это человек, которого зовут Юрий Амброс. Это студия дизайна Амброс. Я хочу пригласить его сюда под ваши аплодисменты, друзья. Юрий, получите, пожалуйста, диплом и ответьте на один вопрос. Почему вы это сделали бесплатно? Я не знаю, почему я это сделал бесплатно, но, наверное, потому что выбрали самый прекрасный слоган для этого дела – «Объединяя общество». Это не за деньги. Объединяем общество, объединяем друзей по всему миру. Спасибо, прекрасно, мудро. Ну что, это у нас все дипломы. Впереди у нас остальные призы и дипломы, дорогие друзья, на слете, говорит непосредственно Бидон, он же как бы, да, известный в кругах. Ну что, друзья, давайте громкими аплодисментами еще раз наградим наших лауреатов, которые получили дипломы, и скажем спасибо большое и господину Мариан Лупу. Спасибо большое, спасибо огромное. Ну что, мы вас тогда, да. А, да, здесь, да.
С учетом того, что это международный байкерский слет, и с учетом того, что это первый слет подобного рода здесь у нас в Республике Молдова, я хотел бы особенно поприветствовать наших зарубежных гостей. Чем больше гостей, тем больше друзей. Чем больше друзей у нас, тем больше друзей у страны, тем лучше. Лучше для взаимного понимания, для человеческого общения. А это, дорогие мои, самое важное, что может быть в нашей жизни. Добро пожаловать в Республику Молдова. Я желаю вам хорошего настроения и хорошего пребывания в Кишиневе, в нашей стране, Республика Молдова. A special message to our guests coming from abroad. This kind of event was organized here for the first time. This is why, for me personally, as well as for my colleagues, for Moldovan people, for Moldovan authorities, it is a great pleasure and a great honor to host this event in our country, the Republic of Moldova. Let me greet you, let me welcome you, and let me please wish you a very nice staying in our country. Thank you very much. Здорово так как, а? Дорогие друзья, еще вот одно слово от представителей компании «Молсов», которая является генеральным спонсором и партнером данного мероприятия. Кирилл, пожалуйста. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că această întrunire internațională are loc anume aici în Moldova, anume în Chișinău, și mă bucur că compania «Молсов» este sponsorul principal acestui eveniment. Vă mulțumim! Așa să fie! Ну что ж, друзья! Прежде чем мы дадим старт уже непосредственно всем зрелищам и событиям, которые будут происходить здесь, все вы понимаете, что жизнь байкера, она достаточно сложна и в то же время очень интересная. И представители всех клубов, которые в этом году объединились в одну дружную ассоциацию, я отдельно хочу выделить, и давайте поприветствуем наши клубы. Итак, это клуб ММС. Сложно со своими поворотами, поэтому есть добрая и очень правильная человеческая традиция почтить минутой молчания тех, кто оставил свои жизни, сидя за рулем железного коня. Поэтому сейчас, уважаемые дамы и господа, минута молчания в память о тех ребятах, которые, к сожалению, не нашли нужный поворот. Спасибо, друзья. Ну что ж, я думаю, что они сегодня также радуются вместе с нами. Оттуда, как видите, тоже перестал идти, потому что они тоже поддерживают нас. Итак, международный байкерский слет начинает свою работу. Ура! Еще раз
подчеркиваем, что большинство наших клубов наконец-таки пришли к идее объединиться и стать одной байкерской ассоциацией, за что им отдельное спасибо. Ну и как мы приветствуем действительно всех участников.